The next major section of our book is chapter 5, verse 1 through chapter 6, verse 3. Следующий раздел книги пророка Осии, это 5 глава с 1 стиха, 6 главу 3 стих. And this is a very beautiful invitation from God to repent and return. Это прекрасный призыв Божий к своему народу, обращенный к своему народу, прийти и покаяться, раскаяться. Now you'll notice in verse 1 of chapter 5, в первом стихе 5 главы, makes reference to Mount Tabor. A net упоминается гора Фавор. Tabor is a mountain, a high mountain in Israel. Фавор — это высокая гора в Израиле. Usually associated with Jesus' Mount of Transfiguration. Обычно ассоциируемая с горой Преображения. In Hosea's day, it was used for idolatrous worship. В дни Иосии на этой горе поклонялись лжебогам. And there is a reason why the people of Israel will not return to the Lord. И есть причина, по которой народ израильский не обратится к Богу. They know at every point that they're doing wrong. Они знают всякий раз, когда грешат, что они грешат. And they hear God's invitation, return to me, return to me. И они слышат Божий призыв, обращенный к ним, вернитесь ко мне, воротитесь ко мне. But it is their deeds that will not allow them to return. Но дела их не дают им вернуться. And what that means is, и что это означает? That if they were to return, it would involve repentance. Что если они обратятся, то они должны будут раскаяться. Admitting that they're wrong, признать, что они вели себя неправильно. And then turning from that wrong. И тогда обратиться к Богу своему. And they simply refused to do that. Они просто не хотели это делать. So, God is going to bring an enemy. Итак, Бог восставит врага. Это стихи с 8 по 13. Says that Ephraim will become a desolation in the day of rebuke. Здесь говорится о том, что Ефрем станет, будет поражен. And this is not so much. Сделается пустыню в день наказания. Yeah, this is a prediction of what will be. Это предсказание о том, что грядет на народ. God is going to pour out His wrath on them like water. Бог изольет гнев свой на них как воду. And then Ephraim is oppressed. А дальше Ефрем будет поражен. The people will be punished. Угнетен в день наказания, и люди понесут наказание. He says in verse 12, и в 12 стихе говорится, I will be like a moth. И буду как моль для Ефрема. Now, what are your thoughts on that one image? Как бы вы интерпретировали этот образ? When God says He will be когда, like a moth. Когда Он говорит, что я буду как моль для Ефрема, что Бог подразумевает, как вам кажется? Any thoughts? Мысли какие-то есть по этому поводу? What does a moth do? Что вообще моль делает? Поедает. Eats cloves. Eats cloves. Okay. So apply that to what God will do to Israel. То есть представляете себе, что моль делает с одеждой, а теперь примените это к действиям Бога по отношению к Израилю. Медленное уничтожение. You'll gradually put an end to the... Okay, it's a picture of destruction. Да, это действительно картина, такой образ разрушения, истребления. Wasting away. Yeah. And then, it will be like rottenness to the house of Judah. И как червь для дома Иудина. Now, this is all a picture of what God is going to do to His people in order to win them back. Это образ того, как Бог будет поступать по отношению к своему народу для того, чтобы вернуть его себе. As we see over and over again in the prophets. Как мы видим в пророках. God is willing to discipline His people. А Бог хочет наказать, воспитать свой народ. Bring them to the end of themselves. Практически истребить его. So that they will return to Him with their для того, чтобы они всецело обратились к Нему. But what happens when God does this in verse 13? Но что происходит, когда Бог делает это в 13 стихе? He doesn't return, or she doesn't return to God. Народ не обращается к Богу. God has been like a moth to Israel. Бог подобен моле для Израиля. Been rottenness to the nation. Подобен червю. So there's all kinds of bad things going on in the nation. В народе происходят всякие ужасные бедствия и несчастья. And to whom does Israel turn for help?
И кому же Израиль обращается за помощью? Verse 13. В 13 стихе. К Ассу. To Assu. To Assyria. К Ассирии, да. Why would they turn to Assyria? Почему к Ассирии, собственно? That's the biggest threat to their national existence. А это самая большая угроза существованию народа. It's like America turning to Al-Qaeda for help. Это все равно, что Америка обратилась бы к Аль-Каиде за помощью. But it was a great nation too. Yes, but Israel will do anything but turn to God. Израиль обратился бы к кому угодно, только не к Богу. And then finally. И наконец. In verses 14 and 15. А в 14-15 стихах. God says he won't just be like a moth. Бог говорит, что он будет не только подобен моли. He will be like a lion. Ибо я как лев, говорит он. Going to actively oppose Israel. То есть он будет активно противиться Израилю. And he is going to tear them. He's going to rip them. Я растерзаю. And then he will leave. He's going to isolate himself from them. То есть изолирует себя от своего народа, удалиться от них. And he's going to wait until Israel sees that there is no life except in him. И будет ждать, пока Израиль наконец не поймет, что есть жизнь только в Боге. This leads us to Hosea's invitation to his people. И с этим мы переходим к призыву Оси, обращенным к своему народу. The first three verses of chapter 6 are Hosea speaking. И первые три стиха шестой главы — это как раз слова самого пророка Осии. You can just hear the passion in the words of the prophet. В этих словах можно увидеть ту страсть, с которой он говорил. Would someone read chapter 6 verses 1 through 3? Давайте мы их прочтем вслух. Кто-нибудь, пожалуйста. Скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. So what a beautiful invitation from Hosea to return to the Lord. Какой прекрасный призыв, обращенный Осией к народу, вернуться к Господу. With the promise that if they will return to God, с обетованием, что если они поступят так, then, если они вернутся к Богу, then he will meet them. Тогда Он восставит их. And he will come to them like the rain. И придет к ним как дождь, как поздний дождь, оросит землю. Wonderful picture of refreshment. Разве это не прекрасный образ свежести? All the things that we long for, that we hunger for from the Lord. Всего того, к чему мы стремимся, что мы ищем у Бога. I think that that is one of the most beautiful invitations to return to God anywhere in Scripture. Мне кажется, это один из самых таких красиво изложенных призывов Бога обратиться к народу во всем Писании. Ой, народа обратиться к Богу во всем Писании. If any of you are ever teaching a Sunday school class for children, если вы, например, ведете занятия в воскресной школе для детей, preaching a sermon in a church, или проповедуете в церкви, working in prisons, или несете тюремное служение, what better invitation could you give than this? Можно ли найти более живописное и животрепещущее обращение, как то, которое изложено в этих трех стихах? One of the things I want us to do as we work our way through the minor prophets is to think, how can we use this in our ministries? У меня еще цель при рассмотрении книг малых пророков, чтобы мы постоянно держали в голове одно: как можно использовать эти книги в своем служении. And for all of us, I mean, I'm a pastor of a church. Я сам пастор церкви. And I deal with God's people. И я служу Божьему народу. But God's people today can be just as hard-hearted as God's people in the day of Hosea. Ну и сегодня Божий народ может быть и жестокосердным, и жестоковыйным, таким, как он был во времена Осии. So spending time in Hosea equips me to be able to minister in my church. Поэтому, перечитывая главы книги пророка Иосии, я также готовлюсь к служению людям в своей церкви. And certainly the same is true for you here in Kirchner. Уверен, что и вам они очень помогут. Okay, any questions at this point in our study of the book of Hosea? Вопросы есть еще какие-нибудь до этого момента по книге пророка Осии? Читая какие-то вообще строки, думаешь, что не послушаться, взяли, побратились, что за глупый народ? When you read those verses, you see how stupid those people are. When they hear such beautiful calling to go back to God, they never do that. Yes.
And sadly, they never did in the days of Hosea. И, к сожалению, этого так и не произошло во времена служения Осии. You can only imagine what the history of Israel would have been if they had responded. Можно только себе представить, какой могла бы быть история Израиля, если бы они послушались. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.